Особый противопожарный режим ввели сегодня на территории Красноярского края. Исключением стали северные районы региона. Теперь по требованиям безопасности нельзя использовать открытый огонь в населенных пунктах, на полях и в заповедных зонах в лесу. Такие меры необходимы, ведь число пожаров стало больше, чем в прошлом году, а площади возгорания увеличились в 10 раз. Особые правила действуют и для любителей шашлыков. Готовить их можно только соблюдая все условия. Очистить зону вокруг мангала, готовить только в населенных пунктах или в садово-дачных обществах, а также отойти от здания на 5 метров. Штрафы для нарушителей предусмотрели большие – от 20 до 80 тысяч рублей. Ограничения есть и для дачников, которые сейчас убирают свои участки. Разведение открытого огня для сжигания остатков деятельности на дачных участках разрешается в специально отведенной емкости на расстоянии не менее 15 метров от строений. Разведение открытого огня в ветреную погоду категорически запрещено.